Всем привет! Вы на канале The Nasty Show. И сегодня я демонстрирую вам свою квартиру, то есть рум-тур! Наконец-то долгожданный рум-тур. Так, сегодня вот вы видите, наверное, что это моя комната. Вот давайте я уменьшу немного. Вот кровать, на которой я обычно сплю, но это диван на самом деле. Два комода, один для игрушек, второй для одежды. Прикроватный столик, на котором сейчас я пила кофе. Вот стол для кукольного домика, скоро сделаю на него обзор. Если один подписчик напишет комментарий, то, что Настя снимает тур по домику. Вот стол письменный, на котором я делаю уроки. Вот. Черновик. Вот телевизор, вот полочка. А это моя дверь. Вот тут у нас гостиная. Это диван мамин, на которой она спит. Это шкаф для вещей. Вот такая вот полочка. Сейчас я встану вот сюда. Вот, вот так вот. И вот здесь немного переменилось. Я, по-моему, вам уже показывала. Так, вот такой холодильник у нас. Ну вот, тут кухня скромная, но готовить можно. Вот тут раковина, все, что нужно, короче. Просто без комментариев. Вот. И тут такой стол. А сейчас я вам покажу мой ужаснейший туалет. Вот, ну, писать можно. Вот туалет такой. Вот раковина, зеркало, ванная и много-много-много полок со стиралкой. Вот. И что я хочу вам сказать. Подпишитесь на канал Елена ТВ. Нет, не которая там у нее 9 подписчиков, а у которой 4. Ссылку вы найдете в моих подписках. У вас там отображаются мои подписки. Поэтому давайте еще могу прообзоровать немного. Вот. Здесь книжки, которые мама все перечитала прям. Ну, ладно, ребят. Подписывайтесь на меня и на Елену ТВ. Ссылку найдете на моем канале. Пока!